Поехали. Сегодня мы в Турции, и мы сегодня в бассейне. А посмотрите, какие тут горки. Я сегодня судья, кто больше прыгнет в бассейн. Я сегодня судья. Смотрите, как это будет потрясающе. Давай. Подожди. Так, первого пропустила. Это Сева. Скажи Севе, чтоб еще разочек. Сева, еще. Сева, еще. Еще раз, что-то Севу пропустила я. Почему? Ну, почему-то. Еще на горку. Давай на радужную. Идите. На радуге? Да. Давайте. На радуге. Два. Так вот, я сегодня судья, у кого больше друзей. Ну, я думаю, что выиграли папа и Сева, что у Сева на серединке, у папы больше. Отойди чуть-чуть подальше, я только лицо то вижу. Так что лучше Сева, потому что Сева на серединке, а папа больше, потому что он выиграет все. Они еще не вышли. Давай. Смотрите, как вот наши. Ага. Ну, давайте. Так, папа, а что там с тобой? Сейчас, Лен, я... Я же не такой легкий, как ты, поэтому не длиннее я стартовал. Ты уже полностью... Я уже поднял, и потом вижу, что ты там или застрял, или что. Ну, я же пытаюсь себя столкнуть. Так что я в бассейне только буду стоять. Хорошо. Мороженое не хотите? Да подождите, Лена сейчас идет в бассейн, хочет, чтобы ее сняли. Потом мама. Что вам мама? Потом маму насилили на радуге. Джек, а может ты меня здесь попутаешь? Да. Я хочу здесь лить, потому что тут нету тени. Так и там нету тени. Нет, там нету тени, Женьчик. Как ты можешь выдвинуть ее? Ну давай. Мне не холодно, как озвучка, дорога. Ой. Если честно, тут водичка такая холодная, но если тут хорошо раскупаться, то тут будет такая теплая. Не, правда? Ну давай, вперед. А ну покажи, как ты плаваешь. Я сейчас не умею. Ну ты пробуй, ножками иди, а ручками греби. Да. Давай. Так ты погружайся ж в воду. Что? Погружайся в воду. На коленках ходи, да. Еще. Thank you.
Да, да. Хочешь, что рядом по груди, а мне тут только по колено. Идемте, где мне там по груди? Ну, идемте. Thank you.